Хорошие дороги, в домах газ, водопровод, а теперь еще и новый фельдшерско-акушерский пункт. Сделать прививку, сдать анализы, проконсультироваться у специалистов жители Пандиковского сельского поселения Красночитайского района могут в ФАПе. Доврачебная медицинская помощь стала доступна жителям еще 5 деревень. Все, Михаил? Ну, можно, подъем, да? Медсестра Марина Кондратьева в селе Пандиково одна из всех врачей. Она и прививку сделает, и лекарства принесет. Раньше медпункт был в здании школы, старая мебель, неухоженные кабинеты. Сейчас пациенты приходят в новое теплое здание с водопроводом и батареями. Получила совиный грипп, мне привезли, и получили вакцину против гриппа, прививку сделала 15 человек. И была проведена процедура взятия анализа крови 8 человек. Обслуживает у нас деревня. Такие деревни, как Хирлугасы, Лоба, Осиново и Пандиково, саму деревню. Здесь более 420 человек обслуживается. Со всех деревень в этом ФАПе. Ну, конечно же, тут в основном взрослое пожилое население проживает. Новый фельдшерско-акушерский пункт оборудован необходимыми кабинетами. Процедурным смотровым кабинетом фельдшера для проведения обследований. Часто приходим, потому что я болею, у меня давление, вон нога болит, я вон палка хожу. Вот, уколы делает Марина, кровь, анализы все время берет, на сахар проверяет. Очень удобно, очень красиво, все современное, техника современная. Вот, врачи доброжелательные, медсестры. По словам жителей села, необходимость в доступной медицинской помощи назрела уже давно. До районного центра, где находится ближайшая больница, более 10 километров. Сейчас медсестра приезжает в Пандиково только по средам. Очень хороший медпункт, как в городе. Но у нас, понимаете, нам нужен постоянно работающий фельдшер. Мы едем в Читае, это районную больницу. Врач нам назначает уколы. А уколы – это курс лечения 10 дней. А Марина Геннадьевна в неделю 2 или 3 раза она. Мы хотим, чтобы вот постоянный работник был. Строительство и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов – одно из важных направлений федерального проекта развития первичной медико-санитарной помощи, который реализуется в рамках нацпроекта здравоохранения. Его целью является обеспечение качественной, современной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям страны. Татьяна Молокова, Михаил Солин, Республика из Красночитайского района.